Ребята, столько много хейта после вчерашней ночи. Хочу вам сказать одно, что я была вчера специальным гостем на концерте у Моргенштерна. Вот, у меня был пригласительный на этот концерт. Поэтому, собственно говоря, я туда и пошла. Сидела за блогерским столом, где было еще куча-куча блогеров, которые также были приглашены. Поэтому не надо думать о том, что если ты мама, значит, ты должна закрыться дома, сидеть и вообще не видеть белый свет. Я молодая девочка. Я зарабатываю деньги на свою семью, между прочим. Поэтому, мне кажется, я имею право иметь и подруг, и какое-то свободное время. Я полностью ответственна сейчас за свою семью, за своего ребенка, также за свою маму. Поэтому можно, пожалуйста, со своим хейтом подальше.